Юго-восточная Европа раскинулась на 8000 квадратных метров выставочного зала «Краснодар-Экспо». На форум съехали сотни талантливых и активных молодых людей со всей Кубани, которые ярко проявили себя в 2013 году. Туризм, волонтерство и молодежное предпринимательство – это только некоторые из тематических площадок. Самая большая выставочная площадь посвящена патриотическим программам. На форуме представили выставку моделей штурмовиков и истребителей. Желающие могли залезть в окоп, посмотреть на предметы, добытые в ходе поисковых работ. С самого утра началась свою работу станция переливания крови. Для тех, кто захочет стать донором, сделать доброе дело и спасти жизнь другому человеку. Любители экстремальных видов спорта имели возможность потренироваться на скалодроме и паркур-парке. Кому интересно, прослушали мастер-классы опытных бизнес-тренеров Москвы и Краснодара и узнали о мерах поддержки молодых предпринимателей. Также работала тематическая площадка фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер» и фестиваля уличных танцев «Современный формат». Я счастлива, что у нас такая талантливая, энергичная молодежь. Вступайте в молодежный студсовет. С нами круто, с нами весело. Ожидала много эмоций, вы знаете, я их получила. Правда, я была в восторге, я ожидала немножко поскромнее, но я просто в шоке. И в следующем году, я надеюсь, это все будет, и я обязательно приеду. Юго-восточную Европу посетил губернатор Кубани Александр Ткачев. Глава края лично посмотрел организованные площадки, пообщался с участниками форума. Перед торжественной церемонией открытия губернатор обратился с приветственным словом и поблагодарил авторов гимна молодежи Кубани. Продвинутом крае, регионы нашей страны. И этот регион сделал ставку на вас. Я уверен, вы не подведете. С праздником, с открытием фестиваля «Юго-восточная Европа». На форуме были подведены итоги краевого молодежного фестиваля организаторов работы в сфере патриотического воспитания «Призыв». В номинации «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» грамота и кубок достались Управлению по делам молодежи города Анапы. Сегодня вот ребята придумали такую идею – пожелать счастья. То есть каждый участник сегодняшнего форума может взять вот этот шарик, написать пожелание и повесить на нашу елку. И если верить, то обязательно это желание сбудется. Я уверена, что нашим молодым ребятам есть о чем рассказать, есть тот опыт, которым они могут поделиться. Форум «Юго-восточная Европа» прошел на Кубани в третий раз. Молодежь края очень интересная и креативная, поэтому свои новые идеи и проекты у них будет возможность представить и на следующий год. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.